Всем привет. Срочно едем в дом. Позвонили, везут окна. Уже сейчас. А должны были завтра. Ну вот, я еще не успел доехать, а окна уже на месте. Уже звонил доставщик. И говорит, что, наверное, не заберется на бугор. Шикарно, я считаю. Блин, заранее я бы хоть подготовился, посыпал. А сейчас не знаю, что будет. Все, поехали. Окна доставлены. Вот опять пришлось посыпать этот бугор. Лед тут голый. Фух. Не хотели еще разгружать, возмущались. Отдал косарь. Зато мужики сказали, от души, блин. Фу. Вот они. На месте. Как их ворочить, я без понятия вообще. Но и это еще не все. Если вы думаете, что на этом этапе самая важная покупка – это пластиковые окна, то вы ошибаетесь. Стиральная машина. Жадность – страшная штука. Сгорали бонусные баллы на Сбермегамаркете. Пришлось потратить. Фу, передвинул большие на одну сторону, трешки-двушки на другую. Не знаю, как я буду ставить. Зато только представьте, как сейчас здесь светло и что будет дальше. Страшно. Нашел в гараже бензин. Вот не знаю, с маслом он или нет, но судя по цвету, он с маслом. Хотел ехать за новым, а теперь не знаю. Может, это попробовать в пилу залить? Пока. Наверное, надо промыть вот эту. 12 литров. Сейчас мы вот этой бодягой промоем. Буду обкатывать и распаковывать пилу и выпиливать окна. Страшно, аж жуть. Короче, еду в город обратно. Надо взять там кое-какие вещи и начну заниматься первым окном. Весна. Давайте птичек что-то покормим. 5-3 дня не ели. О, весь хлеб смолотили мой. Кормушки тоже пусты. Сейчас налетят. Не, ну посмотрите, вид порядочный у нас. С холма. Классный вид. Там пруд. Дальше речка. Потом уже там дома, дорога. Денек сегодня, конечно. Настоящая весна. Спасибо. Болгарин забрал. Штробить будем. Под окно. Итак, второй заезд на сегодня. Надеюсь, что-нибудь сделаю все-таки. Хотелось бы. Четырем приеду. Вот это ветер поднялся. Утром такого не было, приезжал. Свистит аж. Обзор сегодняшних покупок. 230-я болгарка. Прорезать штробы. Набор всяких разных саморезов. Дюбелей. Гвоздей из Леруа. На 700 рублей. Болгарка 4250. Масло в бензопилу. Так, и расходники для болгарки. Алмазный круг. Отрезной круг. Молоток. Я потерял хозяйский молоток где-то. Ну тут, конечно, черт голову сломит. Вот, пришлось купить молоточек. Кияночка. Пригодится. Пена зимняя. Пока обойдемся тремя. Там заказано еще 4. Забыл заехать забрать. Гайки для шпилек. Гайки для шпилек. Шайбы для шпилек. И анкерные пластины для установки окон. Надо, кстати, попробовать. Они вообще подойдут? Ага. Ага. Как его туда завести-то? Подождите,
Подожди. Так, что, надо, наверное, одно окно забирать. Тащить по месту уже. Прикинем. Будем готовить оконный проем. Санкерная пластина разобралась, надо чуть подогнуть, а по месту уже стукнуть молотком, и она встает намертво. Все, не оторвать. С этим понятно. Так как я тронулся умом и решил ставить все это сам, надо сначала разобрать окно, вытащить стеклопакет и снять створку, а потом уже тащить. Сейчас постелю здесь на всякий случай. А то еще стеклопакет разобью. Ну что, раз, два, три, поехали. Распаковка окна.